Пример применения того же принципа в защите от ножа палкой. Защищающийся перекрывает центральную линию, упреждая атаки противника и не давая ему возможности наносить прямолинейные атаки. Схема делится на три фазы. Атака, поражение противника, добивание и контроль. Все атаки так или иначе проходят через эти три фазы. В случае, если атака не завершена, она с большей долей вероятности будет возобновляться. На экране вы видите вариант основной тактической схемы фазы атаки. Один из противников наносит атаку. Осуществляет поражение противника. Его добивание и контроль.